Thank you.
Я напутал.
моряк не бился, вы помешали мне, вот я и сбился. Вашим услугам я всегда готова. О, Боже праведный, сбился я снова. Хочу сказать вам, и не мешайте, и проступайте. Хочу сказать вам, решили. Ты выразил сомнение, но послушай, письмо его прекрасно, какие чувства, стиль его восхищает и изумляет. Господин Мильтон, я решил жениться, так как у нас нет конторы, которая могла бы устроить мои брачные дела, прошу вас подыскать мне невесту. А, строки дорогие, очень мило, но дальше будет лучше. Мне хотелось бы иметь жену следующих размеров и качеств. Не старше 20 лет, среднего роста, с тонкой талией, высокой грудью, изящными ногами, белыми зубами, нежной кожей, мягким характером и безупречной репутацией, и достаточным темпераментом. Означенная особа должна вручить мне этот вексель, с вашей рекомендацией. Ах, что за точность! Необыкновенно! Но заключение... Вот это совершенство! За этим товаром явлюсь сам и погашу ваш вексель. И значит, вы захотели, я мечтаю, что окажу услугу, одну услугу. Как только он появится сегодня, руку любимой дочь ему отдать? Конечно! Я так задумал. Но знает ли мисс Фанни? Это не важно, ступай. Но если дочка, что там еще? Но ты надоел мне, вечно перечишь мне. Но хватит! Довольно! А новый счетовод где?
не взят еще на службу. Поспеши же, будет дел очень много со свадьбой Фанни. О, как я жду минуты, чтобы в объятии заключить американца. Чудесная судьба нам с дочкой досталась. Я восхищен, я счастлив. Бедная наша мисс, но я надеюсь, что ваш американец на корабле приплыл в Европу напрасно. Брачный контракт, и посмеетесь.
боже, что делать теперь нам? Как будто бы моя бедняжка на рынке товар, и ваш папаша продать вас хочет. Нет, не удастся сделку ему осуществить. Поверить не могу, как что, отец мой, да не за степотомный смог опуститься. Живо, живо! Нордон, ты где? Поскорей! А это кто же? Откуда? Говорите! Зачем явились в этот дом? Что нам нужно? Это... Я дом! Да привел я щитовода! Слишком молод он! И очень уж современен! Малый он просто золото! Оставаюсь вам услужить я как можно лучше! Браво! Малый он симпатичный, договорились. Нортон обучит вас. О, боже. Ну, дочка, быстрей переоденься. Через несколько минут персона к нам прибудет. Вот возьми этот вексель, когда приедет он, вручи ему. Но зачем? Что значит? Скажи мне. Я сделал твое счастье. О, вот карета! Это он! Я навстречу! Поскорее! Бегите все вниз! Сейчас вы убедитесь! К ванне! Быстрее! Ах, нет сил, он и так! Держитесь! Все предоставьте мне! Что ты сможешь? Смело ты мне доверься! И ты увидишь! Точно так же, как от фонда, точно так же.
точно так же донацу. Проявите благосклонность чужеземцу, я молю, не дайте огорченным возвратиться в страну мою. Дорогие, проявите благосклонность чужеземцу, я молю, и не дайте возвратиться огорченным и смущен, огорченным и смущен мне в Америку мою, возвратиться мне в Америку мою, возвратиться мне в Америку мою, возвратиться в Америку мою. Дорогие, извините, я не предвидел, что а вы чьи другие. Многого ты не знал. Вы нам скажите откровенно, да здравствует простота и красота. Но кто же эта дивная красотка? Сейчас она вам сама себя представит. Вот ее бумаги. Готов служить вам всей душой. Прошу я. Итак, я слушаю с надеждой, что сказать вы хотите? Очень быстро, как только вы прочтете этот вексель, все сразу станет ясно. И прекрасно, торговец, настоящие дела решает быстро. Вот и решайте, с ней заключайте сделку. Нордон, а счетовода вы проводите, пускай делами зовет он. Прошу вас. Очень тронут. Вот это апартаменты ваши! Чудо! Никогда я не страдал, и что так страшно? Пойдем, господин американец, прощайте! Странно, видно в Европе новые комплименты в моде теперь. Боже, решающий момент! Приступим к решению вопроса. Что там у вас в конверте? Право вы прелестны! Как мне несносны все комплименты! Чудо! Какая скромность! Мне начать придется! Счастлив слугой вам быть покорным! Да, сэр! Скажите, в чем же дело? Прочтите, и вы поймете! Ого! Брависсимо, сэр Тобио! Браво! Чудесно! Я прошу, подойдите еще поближе ко мне. И так неплохо. Но мне очень плохо. Хочу я видеть ваши глазки. Но скромность... Ну, конечно, эта скромность так вам идет. Вы, конечно, знаете содержание. Нет. Нет? Неужели он правду ей не сказал? Ну так узнаете, кое-что тут есть и для Фанни. Позвольте. Господин слуг, вы получаете жену такого качества, что должны теперь соблюсти все условия. Это моя единственная дочь Фанни, и в ее присутствии вы можете убедиться, что ее данные соответствуют всем вашим пунктам. Заключайте с ней брачный контракт и в течение 2 дней погасите мой вексель, как обещали. Какая низость! Ну как вы оценили? Мне мужество набраться, а вы что делать решили? Поступать по контракту. Я не согласна, и значит вам придется от меня отказаться. Зачем? Затем, что я для вас никогда товаром не была и не буду. Я не видал подобной дивной головки. Thank you.
отдам я все, что имею, заплачу и вклад бесценный получу, я счастье получу. Сестро, процентов счастья взамен я получу, взамен я получу. Вам серьезный, вот
совет мой вам серьезный. Возвращайтесь поскорей, вам советую серьезно, я от всей души своей, вам советую серьезно, я от всей души своей. Но какое отношение вы имеете мне вести? И почему вы оказались в этом месте? Он сочувствует мне очень, и как трудно очень хочет. Ускоряю я решение вопроса, кто из нас твоих будет сказан? Но на карту состоящую я поставил ради вас цену вина. Пойду я, все скажу ему сейчас. Все скажу ему сейчас. И вы сказать лишь вы. Жизнью тотчас распасти. Умоляю, говорить не можно. Вы мошенники пройдоха. Знайте, вам придется плохо. Знайте, вам придется плохо. Кто такой вы? Станет ясно. Но скажите. Вопрос опасный. Но я векселем владею. Вы его протестуете. Но позвольте, я слушаю. Молчите, берегитесь, мне простите, 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 что мне простите, что мне простите. И мысли о смерти напугают его, конечно. Он уберется от нас в свою Канаду и о невесте своей забудет думать. А если он упрямей, даже чем этот невозможный Тобина? Ужасно простодушен он и поверил, будто жены в Европе просто так, как все товары, продаются. Он в этом прав отчасти. Теперь скорее к нашей мисс. Ну, а ты будь осторожен. Наш долг помочь влюбленным и постарее. Мне так жаль всей своей душой. Хочу им счастья. Должна за страдание быть награда. Thank you.
он появился. Кажется, задумчив. Вот что, любезный, мне нужен и как можно скорее хозяин дома. Сэр Тоня недавно из дома вышел. Но скажите, прошу вас, успели заключить вы эту сделку и оценить капитал, что вам обещан? Капитал — это знамя! Вы ошиблись. Но в чем? Случиться может, что он уже заложен. Что ты сказал? Но прошу вас, покуда, не показывать вида. Прошу вас, прощайте. Уже заложен? Черт возьми! Сначала эта девица глаза мне выколоть грозится. Затем тот парень умоляет, а потом грозит зарезать. Что за люди вокруг меня оказались? Где он? Вот и этот вывылез, кстати. Дорогой мой, позвольте мне обнять вас. Надеюсь, все в порядке. О да, мой друг. Как я счастлив. Значит, ваши дела идут чудесно. О, восторг. Ну, а дочка? Хорошо. Притом, дочка. А маневры восходные. О, как утешен я. Радуйся, радуйся. А ваше предложение? Очень кстати. Ну, а характер? Тот, что мне нужен. Значит, дочь моя подходит вам по всем пунктам векселю взамен супруга. Но затруднение есть. Что? Не хочу я. Но. Черт возьми! Вам она противна. Нет, напротив. А чего же вы не согласны? Я не безумец, глаза мне нужны, я вовсе не склонен их лишаться. Пришлась вам она по вкусу, и вы против, причину мне назовите. О боже, ее приятель живот мой тут же спорит. Я не готов. Хорошо. Судмадам, я, и должны вы мне объяснить. Не то, не это. И так. Не забывайтесь, тише. Берете дочку. Охотно взял бы. Но. Прошу, спокойствие хранить. Я не в силах объяснить. Должен таки узнать, что вам может помешать. Поскорее, 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 поскорее хочу узнать, что вам может помешать. Поскорее, поскорее, поскорее хочу узнать. Я поскорее, поскорее, что вам может помешать. Есть одно большое но, неизвестно вам оно, но причин в этом но. Все достоин стол ротный. Оказались точку в точку, да, да. Показались точку в точку, оказались точку в точку. Но забирали жены дочку. Всех достоинств много, даже слишком. Но к несчастью душа моя и сердце к ней не лежат. Но держать должны вы слово, но держать должны вы слово. Вы приехали жениться, значит, надо примириться. Вы приехали жениться, значит, надо примириться. Значит, надо примириться. Возместить убытки ваши. Я готов, всегда готов. Я готов, всегда готов. Вот и все, без лишних слов. Не проведут меня его манеры, и я решусь принять крутые меры. И я решусь принять крутые меры. Пусть не надеется, я не поддамся. Я не поддамся. Этот флегматик, этот флегматик будет моим скоростником. Да-да, будет моим, он скоро будет ситком моим. Он скоро будет ситком моим. Заплатить готов вам неустойку. Не понимает он, что я спасаюсь, что я спасаюсь. Выколоть мне глаза, выколоть мне глаза, выколоть мне глаза. Я вас покорнейше благодарю.
американец. Сеньор европеец, итак, вы захотели умереть? Слава богу, желания не имею. Хочу я проучить вас и научить вас свои слова держать. О горе я пропал. Шпага, пистолеты. Вот перчатка. Вот перчатка, вот перчатка, ответить должны вы. И советую вам поскорей написать завещание. Я гнева не вижу, не слышу, не вижу, не слышу, не вижу, не слышу. А, хочу вас убить, и хочу вас убить. Благодарен, благодарен, благодарен. Спасаться скорее на пристань. Боже, убийство, какое прекрасное гостеприимство. Не удастся вам сразиться, не удастся вам, я жду вас, не удастся вам, немедля, не дам я врагу над собой сразиться, и я увечу тебя, а я не дам вас, не дам я врагу над собой сразиться, и я увечу тебя, а я не дам вас, значит, вы
действительно в закладе? Кто ж владелец? Ага, теперь я понял, за что он мне хотел спороть живот. О, это просто ревность и порыв. Но какая смелость! Так, теперь скажите, вы зачем предъявили этот вексель? Отец меня принудил! Что за страна? Родители нас не принуждают детей повиноваться. А ваш отец не знает, кто ваш милый? Мои доходы в сравнении с его несчастью так ничтожны. И вся причина? Понял. Не торопитесь, мое дитя. Но к делу. Мне жену обещали, но в невестах совсем мне не разборчик. И жениться мне теперь расхотелось. Но вы мне приятны. И друг ваш симпатичен, даже очень вы оба мне по нраву. И вот теперь решил я своим богатством влюбленный помочь. Ваше счастье я устрою и уеду довольным. Это будет славно, пускай наш милый старикашка попляшет. И так вот этот вексель, как ваше имя. Эдуардо Мильфорд. Полное распоряжение Эдуарда Мильфорда. Отныне, мисс, по праву стану вашим. Я завещаю вам мое богатство, а теперь убивайте, как обещали. Какой счастье, как мне благодарить. Хватит, довольно. Как объяснить, выразить все, что
Какое наслаждение, какое счастье приносить людям радость. И это совершать совсем не трудно. Все положи тут и живо ступай. Скажи моей дочке, жду ее здесь. О, что за низость, я должен расквитаться. Она прекрасна, а он ее не хочет. Черт побери американца, обманщик пройдоха. Узнает он меня, запомнит, какая наглость и кино, как он смеет. Но я ему задам первым ударом, его на месте я уложу. Спокойно, вдруг он первым убьет меня. Ведь может быть и такое, вот так штука. Вы представьте, я в каком буду виде. Мертвый, о, как стыдно! Надо мне выразмыслить. Я почти что жалею, что затеял это дело. Но унывать не следует, хитер он. А я еще хитрее, и мы посмотрим. Теперь и у меня.
как я могу, как я могу, карьеру, карьеру, как я могу там шу, карьеру, карьеру, как я могу там шу, как я могу там шу. Что вы можете сказать мне? Что один вы сегодня не правы. Я... Вы только и стыдиться вы должны. Наша дочка капитал нам давно уже заложен. Да. Тише! Еще не все сказал я, причинить вы мог, на бирже большие вам могут. Да. Тише! Тише, позвольте досказать мне, покупателем нашел я, и чтоб мне не быть глупым, уступил ему я вексель, уступил я капитал, который маленького внука через год везет. Дочь моя, этот малый... Как вы выребли за руку? Да. Тише! Он влюбился в вашу дочку, мисс присталась мне, что любит, я навел о нем сестра. Человек он благородный, и к тому же мой наследник. Да. Теперь молчу я и советую вам тоже помолчите, как и я. Благородный,
и наследник. Да, я это подтверждаю, да, я это подтверждаю. Мне поверьте, я прошу. Что ж, согласен я. О, восторг! Ты моя, ты мой, что сказал? В результате этой сделки будут счастливы они. Мастерица на проделке крепче папу обними.